2013 году было принято решение финансировать проект при помощи краудинвестинга. Значит, что такое краудинвестинг? Это народное инвестирование в обмен на часть собственности, в обмен на акции компании или другие активы этой компании. И это возможность абсолютно каждому стать совладельцем компании на начальной стадии внедрения ее на мировой рынок и создать капитал на росте акций. То есть то, что сегодня стоит копейки, буквально через несколько лет будет стоить миллионы. И это не просто слова. Абсолютно, и краудинвестинг дает шанс абсолютно каждому получать пожизненные дивиденды. И с помощью народных средств нам необходимо строить экотехнопарк, который нам нужен для демонстрации транспорта, для его сертификации и, соответственно, получения заказа. Так, друзья, продолжаем. На сегодня имеется предзаказ на транспортную систему SkyWay на более чем 180 миллиардов евро. И уже более 100 компаний из разных стран проявили интерес к технологии SkyWay и ждут ее сертификации. И, друзья, давайте вернемся на пару десятков лет назад и посмотрим, как растет капитал. Я приведу вам несколько фактов из истории. Значит, перед вами на слайде известные уже на сегодняшний день вам компании Google, Apple, Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing. И давайте рассмотрим вот компании, например, Google. В 1998 году Черетоном Google было инвестировано 100 тысяч долларов. И сегодня эта доля и сама компания капитализировалась почти на 1 миллион процентов. И таким образом, если бы вы в 1998 году инвестировали в Google 10 долларов, то сегодня ваша оценивалась уже в 100 тысяч долларов. Компания Apple, значит, на тот момент, когда она еще была никому не известна, на тот момент, когда она только-только начинала свой путь, когда она привлекала инвестиции, то есть продавала свои доли, если бы вы в тот момент инвестировали в компанию всего 8 долларов, то сегодня ваша доля составляла бы уже 550 тысяч долларов. И есть такой один интересный факт. Один из основателей Apple, Рон Уэйн, через 2 недели он усомнился в компании и продал свои 10% акций за 800 долларов. И, друзья, сегодня этот пакет акций стоит 55 миллиардов долларов. То есть представьте, какая разница. И сегодня Рон Уэйн был бы одним из богатейших людей планеты. Но так как он усомнился какое-то время назад в компании, так как он продал свой акционный пакет, то на сегодняшний день он живет в передвижном вагончике и занимается продажей редких почтовых марок. Вот такая грустная история для Рона Уэйна. И компания Alibaba. Значит, сама компания была основана в 1996 году. На момент ее основания в нее было инвестировано 60 тысяч долларов. И в прошлом году, в сентябре, она вышла на IPO и капитализировалась до 231 миллиарда долларов. И если бы вы в 1996 году инвестировали в компанию 100 долларов, например, то сегодня ваша доля бы оценивалась в 1 782 000 долларов. То есть представляете, какую бы выгоду вы бы получили. И похожие примеры вы также можете увидеть на слайде ниже. Это компания Microsoft, это компания Walmart, Boeing. То есть вы также можете увидеть, какие капитализации были у этих компаний. И, друзья, те люди, которые поверили в эти компании в тот момент, когда их еще никто не знал, в тот момент, когда они только-только начинали свой путь. Те люди, которые инвестировали в них, сейчас они очень богаты. И наверняка многие из вас хотели бы оказаться на месте этих людей. И у вас есть такой шанс, потому что там акции компании SkyWay, они возрастут в цене в сотни, а то и в тысячи раз. И давайте же рассмотрим перспективы развития технологии SkyWay. Значит, это создание новой инфраструктуры транспортной системы, создание новой инфраструктуры объектов недвижимости, системы взаимосвязи, создание новой инфраструктуры производства. То есть будут созданы новые рабочие места, новые
вокзалы, станции, депо, заводы по строительству дорог. И как в свое время к нам пришел интернет, к нам пришла мобильная связь, которые стали ядром пятого технологического уклада, так и мы с новым транспортом, с новыми технологиями перейдем в шестой технологический уклад. И, друзья, давайте вот рассмотрим оценку венчурного проекта Skyway. Значит, наша компания предлагает совершенно новую транспортную систему и 15 этапов реализации проекта. На сегодняшний день мы находимся на пятом этапе. Срок запуска в течение 3 лет. Уставной капитал компании более 400 миллиардов долларов. Сама компания абсолютно прозрачна и открыта для каждого инвестора, для каждого партнера. Нас, как инвесторов, компания привлекает на строительство демонстрационной технологической площадки для продажи Skyway. То есть, другими словами, на строительство эко-технопарка. Капитализация намечается на 2017 год. Срок окупаемости ожидается от 3 до 5 лет. Потенциальные дивиденды, которые компания планирует нам выплачивать, это от 20 до 100%. И инвестиционная стратегия – это краудинвестинг, о котором я вам рассказывала ранее. То есть это народное инвестирование в обмен на долю компании. И более 15 миллионов дорог Skyway по всему миру компания планирует строить. Вячеслав, уже не 3 года, пора поменять картинку. Ну да, действительно, уже поменьше осталось, наверное, уже 2 года. Светлана, стоит жить 300 лет. Ну да. Так, друзья, перед вами Ковратов Андрей Федорович. Значит, Андрей Федорович – директор и основатель компании Skyway Invest Group. Автор и создатель Академии частного инвестора, в которой уже более 100 тысяч человек получили инвестиционное образование с разных стран мира. Андрей Федорович – профессиональный инвестор с многолетним опытом, частный трейдер, бизнес-тренер с мировым признанием. И Андрей Федорович увидел в развитии Skyway новое экономическое направление и решил активно развивать этот проект и внедрить его в реальность. И результатом этого его решения в прошлом году, 4 сентября, был подписан договор о сотрудничестве между компаниями Rail Skyway Systems в лице Анатолия Эдуардовича Юницкого и Skyway Invest Group в лице Ковратова Андрея Федоровича. Сам договор заключили на 20 лет. И по условиям данного договора Skyway Invest Group является официальным представителем Rail Skyway Systems. Так, друзья, и какие же уникальные возможности дает компания Skyway Invest Group? Значит, абсолютно каждый человек, неважно, кем вы являетесь, неважно, какое у вас образование, неважно, какой у вас возраст, абсолютно каждый человек может инвестировать в корневую компанию, которая владеет технологиями Skyway, и оценивается в сумму 400 миллиардов долларов. Абсолютно каждый человек может получить возможность льготной цены на стоимость акций. То есть то, что сегодня можно приобрести всего за 1000 долларов, в 2017 году будет стоить уже 280 тысяч долларов. Абсолютно каждый человек может пожизненно получать дивиденды от эксплуатации и продажи технологии Skyway. И помимо всего этого, акции можно будет передать по наследству своим детям и внукам, обеспечив тем самым им достойное будущее. После регистрации и верификации аккаунта каждый новый партнер получает в подарок от компании Skyway Invest Group 50 акций Skyway. То есть просто за обычную регистрацию и верификацию вашего аккаунта 50 акций вы получаете просто так в подарок от нашей компании. Минимальная инвестиция составляет всего 10 долларов. То есть инвестиция, которая доступна абсолютно любому человеку. Не нужно быть богатым человеком, да, для того, чтобы стать инвестором компании Skyway. Компания очень надежна. Управляющий Skyway Invest Group является профессиональными инвесторами с многолетним опытом инвестирования. В будущем возможно страхование вкладов. То есть если компания Rail Skyway Systems, если она окажется убыточной, если она не реализуется, то из резервного фонда Skyway Invest Group вы получите возмещение части своего капитала. Также дополнительные бонусные акции
образование и трудоустройство на рынке инвестиционного бизнеса. То есть вы получите уникальные знания в сфере инвестиций и инвестирования. Далее, создание своей собственной международной пенсионной программы на ваш выбор, на 8, 16 или на 20 лет. И возможные дивиденды от фонда для инвесторов SkyWay. Друзья, значит, компания SkyWay Invest Group является официальным партнером обучающей компании Академии частного инвестора. И приобретая комплексные обучающие инвестиционные пакеты, другими словами, УИПы, вы получите уникальные знания в сфере инвестиций и инвестирования и акции SkyWay. Значит, на сегодняшний день самый минимальный УИП стоит всего $10. То есть сегодня за $10 вы можете приобрести 570 акций компании, и стоимость которых к 2017 году будет уже $570. И, например, если вы сегодня приобретете за $1000 УИП, да, в него будет включено 245 тысяч акций. И буквально через пару лет этот пакет акций будет уже стоить $245 000. То есть представьте вашу выгоду. Сегодня вы можете потратить $1000 для того, чтобы буквально через пару лет получить $245 000. И акции можно будет продать, либо не продавая, получать пожизненные дивиденды. И чем больше акционный пакет вы приобретете, тем, соответственно, больше выгоду вы получите. И, друзья, опять же, хочу напомнить, что в скором времени у нас снова произойдет смена дисконта, и акции опять подрастут в цене, поэтому успевайте приобрести акции на выгодных условиях. И помимо транспорта, у нас будут строиться линейные города, у нас будет строиться инфраструктура. И наша компания сейчас занимается разработкой по строительству первого линейного города в рамках государственной программы освоения территорий. И у вас есть уникальная возможность оформить заявку на бесплатное получение земли в этом городе, в городе Евразии. И это сделать вы можете в своем личном кабинете. Что такое Экотехнопарк SkyWay? Это центр практической реализации инновационных технологий SkyWay, их международной экспертизы и сертификации. Именно отсюда инновационные технологии SkyWay выйдут на мировые рынки и сформируют природоориентированную глобальную инфраструктурную систему. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения на планете технологий SkyWay составит триллионы долларов в год. Небесные дороги позволят экономить ежегодно миллиарды тонн топлива и на порядок снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. Они сохранят жизни более миллиона человек в год, которые сегодня гибнут в автоавариях по всему миру. И более 10 миллионов человек ежегодно будут спасены от травматизма и инвалидности. Инновационный транспорт второго уровня, небесные дороги, изменит облик современных городов, создаст безопасную, комфортную среду для жизни, подняв дороги над землей и предоставив ее людям. Автомобиль сегодня из двигателя прогресса превратился в угрозу для жизни человека, ведь города строятся для автомобилей, а не для людей. Требуется альтернатива в виде принципиально иного вида транспорта, отвечающего современным потребностям мирового сообщества и глобальной экосистемы, биосферы в целом. Кто из вас помнит, как вы отреагировали лет 20 назад на слово «интернет»? Вызвало ли это слово благоговение? Осознали ли вы тогда масштаб такого явления, как интернет? Вряд ли. А сегодня мы не представляем себя без интернета, мы в нем работаем и живем. Подобно интернету сегодня, транспортно-инфраструктурные технологии SkyWay в будущем дадут еще более мощный технологический прорыв для человечества, способный и изменить, и сделать безопасной и комфортной среду обитания на нашей планете, а также способы физической коммуникации людей. Транснет – сеть надземных скоростных магистралей SkyWay, опоясит в ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Создаст деловую и социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и в разы сократив любые транспортные расходы.
Небесные дороги SkyWay имеют самые большие потенциальные мировые рынки на планете. Более крупные, чем, например, мобильная связь, компьютеры, электроника, которые уже сегодня имеют рынки сбыта в триллионы долларов в год. Хотя совсем недавно они начинались в гараже, и практически никто не верил в их коммерческий успех. В экотехнопарке SkyWay в ближайшие два года будут продемонстрированы сертифицированные транспортно-инфраструктурные технологии. Первое. Высокоскоростной междугородный SkyWay. Скорость до 500 км в час. Объем перевозок не менее 200 тысяч пассажиров в сутки. В 20 раз дешевле высокоскоростной железной дороги в эстакадном исполнении. В 5 раз более низкое энергопотребление. И в 7 раз более низкая себестоимость проезда. Второе. Городской SkyWay. Скорость до 150 км в час, объем перевозок не менее 20 тысяч пассажиров в час, дешевле подземного метро в 50 раз, в 2 раза более низкое энергопотребление и в 3 раза более низкая себестоимость проезда. Третье. Грузовой SkyWay. Объем перевозок до 200 миллионов тонн в год, в 2 раза дешевле промышленного конвейера, в 5 раз более низкое энергопотребление и в 3 раза более низкая себестоимость транспортировки. Четвертое. Подвижной состав. Промышленные образцы высокоскоростных и городских рельсовых автомобилей на стальных колесах, грузопассажирских юнибусов и грузовых юникаров. Пятое. Автоматизированная система безопасности, управления, энергообеспечения и связи, построенные в новой логике. Путевая структура и подвижной состав будут умными и с электронными органами чувств, в том числе с промышленным зрением. Шестое. Транспортная инфраструктура, станции, вокзалы, ремонтные мастерские, погрузочные и разгрузочные терминалы, стрелочные переводы созданы специально для транспорта второго уровня SkyWay. Седьмое. Сопутствующая инфраструктура для жизни, работы, отдыха и развлечений людей, в том числе фрагменты линейных городов. Восьмое. Промышленное производство гумуса из белорусского торфа, чтобы по миру можно было строить не только современные дороги, линейные города, производственные кластеры и города-спутники, но и параллельно зеленять пустыни и осваивать и заселять шельфы морей и океанов. Экотехнопарк строится на закрытой территории в логике на 100 лет. Так как и через 100 лет нашим потомкам, акционерам группы компании SkyWay, нужно будет совершенствовать технологии и вводить на рынок новое поколение ее конструктивных и технологических элементов. Здесь постоянно будут создаваться инновации и ноу-хау. И здесь же, подальше от конкурентов, проверяться и совершенствоваться. Так мы обгоним всех и навсегда.